За прошедший год в показателях налоговых поступлений зафиксирован динамичный рост. Налоговые поступления бюджета Азербайджана превысили 12,5 миллиардов манатов, или более 74% от всех поступлений. В стране ведется активная работа над снижением темпов инфляции. В этой связи со стороны правительства разработана соответствующая программа. Об этом говорилось в рамках видеоконференции «Налоговая реформа для инклюзивного и устойчивого развития на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации». Также отмечалось, что страна проводит мероприятия по развитию цифровой трансформации, что способствует усилению гипербезопасности. Основными приоритетами стратегии развития нашей страны являются конкурентоспособная экономика, увеличение доли ненефтяного сектора, стимулирование ведения более эффективной деятельности, в том числе на освобожденных территориях. Начиная с текущего года и последующие 4 года станут новым этапом развития экономики Азербайджана. За этот период планируется усилить конкурентоспособность, инновационную направленность и финансовую устойчивость национальной экономики. До 2026 года предусматривается активизация драйверов устойчивого экономического роста, реинтеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана. Новая стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы направлена на расширение государственно-частного партнерства во всех секторах экономики, существенное улучшение качества экосистемы. Кроме того, в новой стратегии предусмотрено устойчивое развитие человеческого капитала, создание благоприятных условий для широкого применения цифровой экономики и инноваций. По словам министра экономики, на данном этапе основными источниками экономического роста Азербайджана станут инвестиции из частного сектора и ненефтяной отрасли. Самир Арзаева, CBC.